Спи, принцесса. Как Нейтан? Когда я его увижу? Я не знаю, зайка. Он 3 дня не выходил из кабинета. Он любил жену и дочь больше всего на свете. Давай попробуем завтра, хорошо? А теперь поспи. Джоди, что ты бродишь среди ночи? Ложись спать. Папа. Что? Что ты сказала? Он выскочил. Мама не успела свернуть. Было не больно. Хватит, Джоди. Совсем не больно. Ты слышишь? Прекрати. Мы здесь, Нейтан. Мы рядом с тобой. Хелен. Лора. Мы любим тебя. Всегда будем любить. Говорите со мной. Джоди, пусть они вернутся. Скажи им, пусть вернутся. Не могу. Они ушли. Прошу, останьтесь. Останьтесь. Я так скучаю. Я не могу без вас. Конденсер в Казерстане уничтожен, и врата недоступны. Теперь только у нас есть доступ в инфрамир. Перед нами открываются новые стратегические перспективы.
мы запустим новые программы с целью поиска источников энергии и разработки вооружения. Мы уже знаем, как привязывать существ к солдатам, и это только начало. Это гораздо важнее, чем ядерная гонка и освоение космоса. Мы обнаружили новый мир, и теперь мы его покорим. Это начало новой эпохи для нашей страны. Диалог с Пентагоном не склеился. Ох, как дети малые с новой игрушкой. Решила уйти, а то бы меня стошнило прямо на ковер. Мы в этом участвовали. Они сказали нам, что так надо. Но мы добились лишь того, что теперь они одни контролируют инфрамир. Куда ты теперь? Может, вернусь к своим друзьям. Они приняли меня такой, какая я есть. Таких людей очень мало. Ну, а ты куда? В ЦРУ обещают сладкую жизнь. Высший эшелон, гольф, дорогие тачки. Я пока им ничего не ответил, но стоит подумать. Слушай, Джоди, у нас с тобой все было сложно. Я совершил не одну ошибку. Может, попробуем заново? Начнем с чистого листа. Мы с тобой столько всего пережили вместе, вдруг получится. Я не готова. Мне просто нужно время. Прости, Райан. Понимаю. Но в любом случае, я всегда буду тебе другом. А, вот ты где. Нейтан тебя ищет. Ну, пойдем-ка к нему. Пока, Райан. О, знаешь что? Я тут припас бутылочку хорошего виски. Разобьем? Нет, я что-то... Да ладно. Не хочу пить в одиночку. Хорошие же виски. В общем, я за тобой зайду. Идем, Джоди. Не просто принять решение. Кто-то всегда решал за меня. Пора самой сделать выбор. Прислушайся к сердцу. Тогда решение будет верным. И пришли. Позвони мне, как закончишь. Ага. Что бы он ни сказал, осторожнее.
Джоди! Я так рад, что ты цела. Я свое слово сдержала. Очередь за ЦРУ. Ну, с точки зрения ЦРУ, тебя больше нет. Ты теперь Элизабет Норт. Новая жизнь, новое имя. $500 000. Это за твою работу. Начнешь новую жизнь. Спасибо. Джоди, пока ты здесь, я хочу тебя попросить. Когда моя жена и дочь 15 лет назад погибли в аварии, я не хотел жить. Я плакал. Бился башкой о стены, спрашивал себя, за что? Почему они? Я не мог больше обнять их. Рана не заживала. Но я встретил тебя. И вдруг понял, что они все еще здесь, со мной. Просто я их не вижу. Правительство дало мне все, что нужно для изучения инфрамира. Их интересовало военное применение. А я хотел вновь увидеть семью. У меня ушли годы. Но, наконец, удалось создать вот это. Девочки мои. Который позволит нам общаться с духами. Беседы с умершими. Представляешь? А зачем тебе я? Ты поможешь поговорить с ними? Я хочу их услышать. Хочу рассказать, что делаю. Пока конденсер не закончен. Только ты на это способна.
Проверяй! Хелен так не могла сказать! Ты держишь их здесь. Их разрывает меж двух миров. Ты все врешь! Неправда! Они любят меня и снова хотят быть со мной! Они страдают, Нейтан. Если ты любишь их, если правда любишь, то должен отпустить. Смерть не обманешь. Не обманешь. Смерть ничто. Поняла? Ничто. Прощай, Нейтан. Отпусти свою. Здравствуй. Здравствуй, Джоди. Ты поставила нас в трудное положение. Тебя нельзя отпустить. Убить тоже нельзя. Кто знает, кем ты станешь. Выход из этой ситуации лишь один. Мы введем тебе нейротоксин, который погрузит тебя в вечную кому. Тот же, что ввели твоей матери. Простое и элегантное завершение нашего сотрудничества. Прощай, Джоди. Мы всегда будем тебе признательны. Все понял. Решение было у меня перед носом. Помоги, Нейт. Я осуществлю мечту человека. Теперь больше никто не умрет, больше никто не лишится близких. О чем ты? О чем ты говоришь? Защитное поле. Я его просто отключу. Инфрамир заполнит наше измерение. Жизнь и смерть вместе в одном мире. На той стороне не только души. Там смерть. Я победил смерть, Джоди. Все теперь будет хорошо. Ты что, не веришь мне? Все будет хорошо.
слаб, Айден. Придумай что-то. Помоги. Скорей. А где же остальные? Винс и Ник? В увольнительной. Полагаю, валяются где-нибудь на пляже. Везунчики. А мне тут надо пару писем отослать. Надеюсь, ты не возражаешь? А потом приступим. Конечно. А? Слушаю. Алло. Алло. Вы держите здесь существ? Боже упаси, они все внутри защитного поля. Айден? Это ты, Айден? Это не смешная шутка. Чего ему быть здесь? Что, Айден? Где Джоди? Где Джоди, Айден? Веди нас. Так, а дальше? Сюда. Вон там. Да, я понял. Нам надо ехать на лифте, так? Я вас слушаю. Коул Фриман, у меня допуск 3-й степени, он со мной. Простите, мистер Фриман, у вас нет разрешения для входа на этот этаж? Может, в виде исключения? Коллега хотел посмотреть... Простите, но это зона 4-го уровня секретности. Вам доступ запрещен. Сделай что-нибудь, Айден. Стол 42, слушаю. Алло? Алло? Готово. Думаю, вы ошиблись. Проверьте еще раз. Коул Фриман и Райан Клейтон.
Точно. Вижу вас в списке. Простите меня. Проходите. Спасибо. Быстрее, Айден. Веди к Джоди. Джоди здесь? Джоди! Ой, Нейтан! Хочет отключить защитное поле. Что? Зачем ему это делать? Он спятил. Надеется вернуть свою семью. Надо ему помешать. Защитное поле. Боже, он это сделал. Отключил! Справишься? Сюда! Быстрее! Шевелитесь! Нужней! Я нужно эвакуировать срочно! Сюда! Безнадежно! Может быть, мы успеем включить его, если еще не поздно. Подаю в отставку. Вы все тут сдохнете. Мы все тут сдохнем. Конденсор не остановить, и поле не включается. Ничего уже не сделать, нам надо валить, пока не поздно. Просто еще один вариант. Скорее, времени нет! Что это такое? Переносное защитное поле. Надеюсь, продержится, пока дойду до конденсора и включу самоликвидацию. Это последний шанс. Шанс невелик, но ты что, с ума сошел? Все, валим, пускай военные сами свое дерьмо разгребают. Джоди, да? Коул прав. Последний шанс. Всегда знал, что он был героем. Немедленно покиньте здание.
солнца в центре купола. Туда никто еще не входил, так что неизвестно, что нас там ждет. Сколько времени у нас будет до самоликвидации? Система не рассчитана на запуск вручную. Взрыв произойдет сразу же. Мы не вернемся. Сразу за этой дверью. Мы не одни. Нас пока не увидели. Это наш шанс. Боже. Надеюсь, ты прав. Или наш поход в инфрамир быстро завершится. Джоди, не подходи к ним близко. Айден сделал, что смог. Разве может кто это?
души! Заблудшие! Они тут повсюду! Я знаю! Только ты можешь все исправить, Джоди. Давай. Ради меня. Джоди, черт, вот где. Что с ним? Он нашел то, что искал. Идем. Надевай мой пояс и уничтожь конденсатор.
Уходи, пока я не передумал. Мы не могли расстаться. Наши души связаны. Я любила тебя. И ненавидела тоже. Ты был частью меня. Ветром, звездами, вселенной. Вечность с Айденом и теми, кого люблю. Жить, любить, чувствовать, стареть. Люблю. Я столько еще хочу сделать.
прошу тебя. Здесь целый мир. Мир, полный лесов, озер, гор и рек. Он вокруг нас. Надо прислушаться, и услышишь его шепот. Это не рай и не ад. Нет ни Бога, ни дьявола. Только место, где мы продолжаем существовать после смерти. Я исследую его постоянно. Но этот мир невероятно велик. Я могу быть везде и нигде. Могу полностью раствориться или стать одним целым. Могу слиться с другими душами. Или познать одиночество, неведомое человеку. Все это можно сделать одной лишь силой мысли. Я слежу за вашим миром, оберегаю любимых. Хочу сказать им, я здесь, все нормально. Обнять их хотя бы еще разок. Сказать, что скучаю. Но я могу лишь парить рядом. Незримо, прозрачно. Увядающее воспоминание. Я знаю, что было и что будет.
Я вижу все исходы. Вижу грядущую тьму. Я должна еще побыть здесь. Закончить дела. А потом я смогу отправиться туда. За грань. Подолгу смотрю в одну точку, разглядывая образы и картины. Они мелькают перед глазами, как будто я смотрю телевизор. Не знаю, почему я это вижу, но одно я знаю точно. Это все правда. Когда я одна, я слышу голос в своей голове. Это девушка. Она говорит мне о чем-то важном. Порой я закрываю глаза и как будто лечу. Прохожу сквозь стены. Вижу людей в ярком свечении. Путешествую по далеким местам, не выходя из комнаты. Она велела никому не говорить. Мне очень страшно. Особенно по ночам, когда темно. Вижу силуэты во тьме. Слышу звуки. Кто-то шепчется. Она говорит, это ничего. Это все закончится. Но она не хочет рассказывать, что это. А я боюсь спросить. Я часто вижу сон. Все настоящее. Звуки, запахи, свет. Я знаю, что все это не просто сон. Это как эхо. Как эхо будущего. И я готовлюсь. Знаю, времени мало. Но в одном я точно уверена. Я больше не одинока. Afraid I lost. There's no telling what we'll find down here. How much time do we have after we've activated the self-destruct? You're not coming back. Saturday night, and I'm locked in a